Здорово, друзья! Сегодня я хотел бы немного отойти от темы Play to Earn и разобрать с вами проект, который имеет реальное применение и собирается решить очень важную проблему в области регулирования цифрового контента. Проект называется Numbers Protocol. И в этом обзоре вы узнаете, что такое Numbers Protocol, в чем его фишки, какие проблемы он решает, почему в него инвестировал Binance и как каждый из нас сможет на нем заработать, например, участвуя в амбассадорской программе. Oh my. Поэтому присаживайтесь поудобнее и погнали! Numbers Protocol – это децентрализованная фотосеть для Web 3.0. Основная цель Numbers – сделать так, чтобы NFT, видеоконтент, фотографии были уникальными. И это можно было бы проверить буквально в пару кликов. Создатели проекта обращают внимание на то, что мы потребляем огромное количество цифровых медиа. Но у современного медиаконтента есть одна большая проблема – полное отсутствие защиты. Его легко скопировать или, прямо говоря, украсть. Так, каждый день крадут почти 2,5 миллиона нелицензированных изображений на сумму в 600 миллиардов долларов. И кажется, Numbers Protocol нашел решение этой проблемы. Обычные фотографии, которые мы видим в том же Instagram, не содержат в себе никакой информации. Их легко скопировать, и вы никогда не узнаете, где оригинал, а где копия. Но фотоконтент в пространстве Web 3.0 будет лишен этого недостатка. Фотографии будут представлять собой многослойный контейнер с встроенным правом собственности, происхождением фотографии, подписи создателя и записи в блокчейн, чтобы изображение можно было отслеживать. Причем вы сможете владеть самими цифровыми активами, а не их токенами. Эта технология также позволит вам понять и проверить, на самом деле это уникальное творение или его подделали. Но протокол не может работать сам по себе, для него нужно создать еще и экосистему, которая поддерживала бы работу протокола. Поэтому команда, следуя своей дорожной карте, уже выпустила приложение Capture App. Это первая в мире блокчейн-камера, а также первый кошелек для фотоактивов. Благодаря Capture App вы сможете в один клик превращать вашу фотографию в NFT и установить право собственности и контест прямо в момент фотографирования. А вся информация будет храниться в блокчейне. Capture App уже сейчас можно скачать в Google Play или App Store и присоединиться к пользователям из более чем 90 стран мира. Также в экосистему Numbers Protocol входит TraceSite. Этот ресурс был создан для того, чтобы вы могли посмотреть инфу о том, кто же является автором фотографии или видео. Кроме этого, TraceSite дает вам возможность оформить авторское право на свой контент. Следующее приложение – CL API. Это комплекс инструментов, необходимый для того, чтобы создавать и регистрировать активы в сети. Интерфейс сделали очень простым, разберется даже начинающий разработчик. Понятно, что команда Numbers Protocol не могла обойти стороной и NFT. И ими была создана поисковая система для NFT – NFT Search. Ее особенность в том, что вы в любой момент можете загрузить NFT и узнать всю его историю. То есть будете знать, на самом ли деле NFT уникален, кто его создал, когда, кому продали и так далее. И даже это еще не все. Команда предлагает решение Capture Club. Это marketplace NFT. Capture Club был создан как площадка для создателей, где они могут размещать и монетизировать свои творения. Как видно, Numbers Protocol пытается решить действительно острый вопрос. И у них есть все шансы, ведь команда Numbers Protocol является очень опытной. И среди них есть даже соучредитель и бывший технический директор YouTube Стив Чен, а также соучредитель Твича Кевин Лин. Ознакомиться с командой проекта вы можете на сайте. И там также есть информация, что инвесторами выступили Protocol Labs и Binance. А среди партнеров есть Neuer Agency, Textile и другие. Важным этапом развития был выпуск токена NAM. Запуск проходил через Shiona DAO Maker и Gate.io Startups. NAM – это собственный токен протокола для децентрализованной фотосети Numbers Protocol. В качестве служебного токена владельцы NAM могут использовать этот токен для оплаты услуг сети. Протокол Numbers также будет использовать токен NAM для стимулирования пользователей за вклад в их сеть. Это делается четырьмя способами. Ставка, вознаграждение за честность, вознаграждение за проверку и управление. Фотосеть будет содержать много уникального контента, где, как я и говорил выше, каждая запись будет представлять из себя информационные контейнеры,
содержащая множество информации об объекте. И чтобы наполнить сеть, понадобится очень много таких контейнеров. И за предоставление такого уникального контента и будут выплачиваться награды. Запуск программы вознаграждений намечен на второй квартал 2022 года. Про другие способы получить награду вы можете почитать в офф-документации проекта. На данный момент у токенов NAM уже почти 9000 холдеров, а максимальная капитализация превышала 50 миллионов долларов. Токены торгуются на многих крупных биржах. Например, на KuCoin, Gate.io, Uniswap, PancakeSwap, Mext и Hu. Сейчас произошла коррекция, но токен все равно большую часть времени находится в зеленой зоне. Поэтому, возможно, сейчас самое лучшее время, чтобы его приобрести. Если, конечно, Hamaha не выпустит новый обзор. К тому же, учитывая, что в будущем планируется запуск очень крутой амбассадорской программы, а также и множество других активностей. Например, баунти-программа для девелоперов, баунти-программа для фотографов и многое другое. Поэтому стоит внимательно присмотреться к данному проекту и следить за их социальными сетями, ссылки на которые я оставлю в описании. Но только помните, что любые вложения в криптовалюты могут быть сопряжены с риском, поэтому тщательно изучайте и анализируйте все проекты. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте, в блоге, а также в соцсетях проекта. На мой взгляд, проект очень интересный, тем более, что планируется включить токен в листинг на 10 лучших криптобирж, а приложение Capture получит еще больше функций. В итоге, Numbers имеет четкую стратегию действия, работающее приложение, позволяющее вам проверять контент на уникальность, самим создавать авторские работы, монетизировать их, получать награды в токене NAM. С приходом Numbers доверие к цифровому контенту будет восстановлено полностью. Всем желаю хорошего профита, ставьте лукаса на это видео, подписывайтесь на канал. Покедова!